Законопроект закона о суверенном Рунете приняла сегодня в первом чтении Госдума. Его цель – защитить российский сегмент интернета от возможных... Включи мне чебурне, притит мне сеть буржуев и воров. Готов я неудобства все терпеть, мы проживем без ихних долларов. Давно уже я видеть не могу их вражеский пугающий контент. Хочу березку, водку и фургу. Монтажник, подключи мне чебурне. Нажавши кнопку, не хочу листать страницы их поганых соцсетей. Мне надоело в Турцию летать, в стране полно прекрасных областей. Съезжу в Колыму и в Крым поеду, браво, президент! Вся жизнь моя проходит как в дыму. Монтажник, отруби мне интернет. Еще монтажник, попрошу тебя, присядь со мной, за жизнь поговорим. Ведь ты и я, все мы одна семья. Друг друга мы в обиду не дадим. Вокруг враги, а хочется дружить, чтоб уважуха и авторитет. С грузинами, как раньше, чачуги. Монтажник, отключай чебурне. Уходи, побудь со мной, плачу двойной тариф, а сердце так сжимается в груди. Мне снится пропасть и барьерный риф. Монтажник, ну а где же тормоза? Я все ищу такой педали нет. А может быть ударить по газам? Отруби мне интернет. Монтажник, в этой водке особел, потом еще налил и мне сказал, что в отключении он поднаторел таких, как я, заказчиков завал. Что пашет он почти без выходных, в отпуске давно он не бывал. Хлебнул за тёщу, вспомнил о родных, сказал адью и гонорар не взял. Монтажник, я опять один.
гляжу на мир сквозь монитор окна. Там ждет, когда всем включат чебурнет. Умом непостижимая страна. Такая непонятная страна. Большая и прекрасная страна. Пошли дальше. Интернет они ставят, интернет. Он нам и нахуй не нужен, интернет ваш. Да понятно, понятно.